Бедный Джозеф, я присмотрю за Нелли вместо него. Он был бы этому рад. Папа, папа уже не вернется, да? Да? Так, ладно, тогда мы идем вниз. Колокол у нас есть. Колокол — способность сломить печать, что преграждает вход в крепость Кашуан. Если мы не пройдем. Так, не прошли. Мы дальше никуда здесь не пройдем. Сначала светаем, ну, исходим в наш город Альтаир, поговорим со всеми. Там можно, наверное, слетать 23 тысячи. Почему бы и нет? Хотя смысл, но все равно в тот город тоже будем заходить. 700 мы не будем тратить. Чисто побеседовать. Кстати, надо посмотреть, кто вообще здесь выжил. Вообще никого нет. Ну ладно. Офти живет то же самое. Мы добыли колокол ценой жизни Джозефа. Его смерть не должна стать напрасной. Возьмите колокол и отправляйтесь в крепость Кашуан. А, так, что там еще раз? С помощью колокола богини вы снимете печать на воротах. Время играет против нас. Мы с Сидом будем ждать вас у крепости, когда все будет готово. Так, а этот что скажет? Мудрец. То же самое. Так, ладно, король что скажет? Так, ладно. Только члены королевской семьи Кашуана знают, где хранится колокол. У нас в кармане. В принципе, можно было сюда и не возвращаться. Не, ну пару фраз нам сообщили. Так, попробуем чуть-чуть пофармить посохи. В принципе, сейчас тоже просто должно быть. Заодно посмотрим, будет ли меч качаться.
конечно, АОЕ какое-то слабенькое прям. Совсем-совсем. Лучше, конечно, будет по одному. Стак, так, и вот так. Так намного лучше. Так, а здесь же получается все мертвецы. В принципе, можно исцелением бить. Да, здесь нет, есть сержант рыцаря. Ну, сейчас как раз таки посмотрим. Нет, мы не посмотрим. Все зачем-то поумирали. Ладно. Как-то здесь не очень. Так, может еще один доспех выбить. Так, тоже... А, капитан, да. Не, это хорошо бьет по нему. Посох прокачался. Так, а он несколько раз скилл 8-5 ранга. Мечи не качаются. Посох качается уже 7 и 6. А на у него 6 прокачался посох. А меч не хочет качаться. Возможно, потому что сам этот мифриловый меч не может дальше прокачаться. А нет, вот здесь. Ирион начал прокачивать. Отлично. Поменяй лук. Ну хорошо, тогда здесь можно прокачать этот оружие наше по максимуму. Это пригодится нам. Более теперь они убиваются очень хорошо. Нас бьют очень плохо. Все убьют первым ударом. Так, а мы бьем вторым, хорошо. Получается, у нас древний меч не очень наносит урон. Мифриловый хорошо. Так, а у нее посох мага хорошо наносит, а мифриловый булава как-то не очень. Здесь вообще все печально. Так, что-то как-то мне не нравится это. Что произошло? Почему так? В этот раз изменилось, что мы сменили оружие. Только из-за этого. Не такой. Так, пух Феникс у нас не так уж и много его.
70, конечно, хилка такая себе. Так, что-то с этим не то. Он какой-то неправильный. Это вряд ли что-то у него сработает. Конечно, попробуем. Должны. Хотелось бы. Отлично. ОП дали, все дали. Ом жаба. Так, что-то мне не понравилось. Это сражение. Что-то тут было подмешано не так. Я не думаю, что это все из-за меча. Накладывающий на врага древние проклятия. Попробуем с мечом. Хотя вряд ли что-то поменяется. Вот такой же капитан. Но при этом мы уже урон наносим. Как-то очень подозрительно. Так, если попробуем еще раз. Нормально бьет. Не совсем нормально, но... Бьет же. Либо после проклятия. Так, восьмой уровень. Хорошо. Золотые доспехи. И после того, как мы проклятие накладываем, начинает урон идти лучше. Последний раз пробуем. Вот это сразу бьет хорошо. То есть, если мы сейчас сохранимся, берем этот древний меч. То получается, мы проклятие не накладываем. То 33 и по нулям. Ну да, бьет слабенько. То получается, проклятие там накладывается, типа снижающее брони. Так что ли? У нас, по-моему, еще было. Сейчас мы, конечно, может, проиграем. Так, накладывает проклятие. Вот это есть у нас заклинание. Промах. Так, а здесь нам в предметах не выбрать. Снаряжение. Так, правая рука, допустим, выбрать древний меч. Сказать, что урон прям пошел, но пошел. Огненный лук. Ну, это очень интересно. Так, ладно. Возвращаемся. Я даже не знал, что меч настолько эффективен. Сначала надо воскресить ее. А, отлично, пробежал. Thank you.
сожалению, с Джозефом они так сделать не смогли. Так, что у нас по лечению? Значит, эти у нас банка отразили лично 500. Хотя яди мы особо не использовали, эти не использовали. Так, отразили, все-таки использовали. Пускай 10 будет. Так, снимает проклятие. Это лучше взять, хотя я не знаю, опять же, проклятие что делает. Пойти посмотреть, исцеляет амнезию, пусть будет. Жабе обычный облик 3. Мэт каменение 3. У Феникса побольше надо. 5. Эфир. А, вот здесь эфир стоит 1000. Так, ну, пускай будут. Дома у нас есть. Пока ничего не будем продавать. Вон, пламенные луки по 2000 можно продавать. Так, летим в этот Кашуа, как там правильно, Кашуан. Так, Финн 600, мы знаем, где Катрея мы были, Альтаир были, Водопад были, Бавск, Саламан. То есть остался Кашуан, который мы не знаем, где он находится. Мне кажется, где-то справа внизу, наверное. Я полагаю, где-нибудь тут, наверное, прям в центре. Ибо вот здесь что-то есть. Так, чисто мои догадки. Посмотрим. Так, направо уже хорошо. Да, прямо здесь. Так. Что тут по врагам у нас? Солдат шар. Под наш уровень. Лес Чокоба. Это я вообще случайно не спошел. Так, а Чокоба я помню, я где-то их видел. Ну, в какой-то серии. Так и ушли. Я знаю, что это ездовые питомцы. Мы нашли Чокоба. Так просто выселиться. Так, хорошо, я выселился. Обратно можно? А, только сюда надо заходить опять. Хорошо. Одноразовый, короче. Мы с ним, по идее, быстрее бегаем. Они на нас не нападают. Мы можем спокойно бежать, и на нас никто не нападает.
Какая прелесть. Неизвестно, куда бежать. Надо ли это вообще? Так можно карту изучить хотя бы. Наверх мы, наверное, не попадем. А нет, спокойно можно. Хорошо. А, и высадиться можно только в лесу. А нет, не только в лесу. А, быстренько изучим. Что-то не просто так даны. Может, они, конечно, нам попозже потребуются. Наверное, не обязательно. Но, возможно, это бонусом. Сейчас мы что-то найдем, какой-нибудь клад или еще что-нибудь. Так, сейчас мы вообще на правую сторону выйдем. Это, конечно, хорошо, но... А, мы уже соединяемся. Вот оно как. Мы прибежали сюда же. Так, хорошо, мы можем здесь прибежать. Мы тогда сюда побежали, нас здесь убили. Нет, нас мы убили. Здесь мы еле-еле управлялись. Ладно, случайно интер не нажать. Хорошо, что он бесконечный, в плане одноразовый, но бесконечный, что по времени не это, не ограничено. Видимо, мы сейчас там откроем что-то, и потом нам надо будет на нем убежать, потому что отсюда воздушного ничего нет. Короче, ладно, мы посмотрели, мы побежали почти везде. Нигде нету. Получается, только вот сюда не можем попасть, на этот континент. Здесь ничего нет у меня. Хорошо. А в пустыне явно что-то появится потом. Крепость Кашуан. Этаж 1. Первый этаж. 4 входа, справа сундук. Сундук. Так, огонь. Солнечный огонь горит ярко, как никогда. Спросить колокол. Нам нужен факел. Факел Эгида. Так, а выучить. Ничего не происходит. Пропуск сожги. Дверь заперта. Спросить колокол. Как только прозвучал звон колокола, замок беззвучно открылся. Хорошо. А, ну, в принципе, к тем-то и сундукам не попасть было до этого. Ладно. Значит, по-любому внутрь надо идти.
Так, это отравление. Так, не работает. Этот нельзя. Это не работает. Это, наверное, не это. Не отравление. Не, это же негативное что-то. Тьма, это, по-моему, не тьма. Нет, не работает. Не окаменение. Проклятие, скорее всего. Крест. Это тоже не проклятие. Даже не знаю, что это такое. Амнезия. Противоядие. Серьезно, противоядие. Оно зеленым будет показано. Так, то есть она противоядие не снимает нос. Ну, ладно. Пока не умеет. Так, тут все просто.